Все как по нотам. Самарской организации Союза композиторов России 80 лет. По случаю юбилея в Самарской филармонии прошел концерт «От Шостаковича до наших дней». Поздравили творческий союз губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Самарский союз композиторов – старейший в России. Он был создан Шостаковичем в 1941 году. В то время Куйбышев был запасной столицей СССР. Сюда были эвакуированы коллективы столичных театров, многие выдающиеся композиторы и музыканты. Союз создавался в очень трагические, героические годы нашей истории великим композитором. И я рад, что на протяжении десятилетий традиции талантливо представлять высокое искусство на нашей родной земле продолжается. Вы и поддерживаете, даете дорогу в жизнь молодым композиторам. Вы поддерживаете ветеранов. Ваши проекты, ваши фестивали знают не только в Самаре, но и во всей России. И в них принимают участие звезды мирового уровня. 80 лет Союз работает для сохранения традиций Самарской композиторской школы и продвижения музыки местных авторов. 22 года у руля музыкальной организации стоит народный артист России Марк Левиант. Мы возраста не чувствуем. Мы в работе. Мы очень чтим, ценим нашу отечественную музыку, поэтому в наших программах много отдано творчеству наших выдающихся советских и российских композиторов. Самарская организация Союза композиторов России активно участвует в творческой жизни города. Под его эгидой созданы десятки фестивалей, проектов и программ. Музыкальные автографы, Шостакович, Самарское время, ДСЦХ. Композиторы детям, дети композиторам. Таланты земли Самарской и многое другое. Самарский союз композиторов сотрудничает с филармонией и ее художественным руководителем и главным дирижером, народным артистом России Михаилом Щербаковым. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.